Самара отмечает свой 435-й день рождения. Возложение цветов к памятнику основателя города – неотъемлемая часть праздника. В воскресенье губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, почетные граждане, представители общественных и молодежных организаций пришли на Самарскую набережную, чтобы отдать дань памяти и уважения основателю города, князю Григорию Засекину. Появилась новая традиция собираться в этот день, чтобы еще раз отдать дань уважения, сказать слова благодарности и признательности людям, которые создавали наш город. Город должен цвесть. За 435 лет Самара из деревянной крепости стала огромным, современным, промышленным городом, курортом. По-другому не назовешь. И мы все с вами помним, чтим и гордимся нашими почетными земляками. А сегодня Самара все больше открывается миру. Сегодня в Самаре каждый может найти себе занятие по душе. Поздравили самарцев и депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Игорь Станкевич, Леонид Симоновский и Виктор Казаков. От регионального парламента слово взял председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Были и приглашенные гости. С поздравительной речью выступили главы республик Северная Осетия, Алания и Южная Осетия. Очень много нас связывает с Самарой, без сомнения, Осетию, хотя расстояние огромное, но наши дети, многие поступают в самарские высшие учебные заведения. Для города 435 лет, наверное, большой срок, с одной стороны, с другой стороны, это еще даже не начало пути. Почему? Потому что мы, Россия была, есть и будет. И в составе России были, есть и будут те города, которые сегодня процветают. Традиция собираться у памятника Григорию Засекину родилась в 2014 году. Именно в этот год был установлен монумент основателю Самары. Ольга Хамракулова, Василий Колдашов. События.